Так, доброго ранку. В общем, вчора була серія, чую и прокомментую футбол, ждав я того добика, а його не було. Заболел. Бажаю ему здоров'я. одужати і поскоріше грати на високому рівні. А еще я буду його критикувати. Бо я подивився турому, но ну, без добика не інтересно. Нема любимого. Прокомментирую эти матчи, что я увидел, и какой-то маленький анонс скажу по... Там же начинаются чемпионаты клубные, как обычно, я их уже веду, есть в принципе минимум 250 подписчиков по этой теме, поэтому в добрый час. Рома, Рома Тарина, игра была равная, этот Юрич не хотел рисковать, потому что он висит на волоске, его пугают, но он уже такой пуганный. У него в Италии он там 200 клубов сменил, поэтому в Италии это норма. Там только 5 или 6 тренеров, которые долго могут задержаться на сезона 3. А все остальные как пробки вылетают. Они там по серии С бегают, по серии МБ. Иногда залетают в серию А. Это такой Юрич. Он поставил Диабалу 11 -м. Диабова смотрелся органично. Почему? Потому что когда доходил мяч до Диаболы, то это было логичное завершение, потому что он намного функциональнее Добика. Хотя, намного ну, меньше размера. То что обычно Диабова играет атакующего полузащитника центрального. Его кормили там Пизили, Бальданцы и Залевский с этим, с Анхелиньо ну, то есть сделал ставку большую на, э, на левый фланг, лифтбеков туда двойных поставил. Они там перегружали оборону Тарина. Тарина, в принципе, сыграл ровно, стабильно. У Санабри, там еще пары в черненьких были моменты, могли забить. Я э, перехватил мяч, опять вот эти мода по, пора, по, разыгрывать мяч вратаря и защитника, привела к тому, что Яблова забрал мяч, обокрал, и на тоненького кинул его в рамку, и защитник ввалился вместе с мячом в ворота. Ну, а почему так произошло? Потому что человек играет, читает игру. Яблова, конечно, не лучший сезон проводит, но жена настояла остаться в Риме, отказались от саудовских денег, поэтому я думаю, будет все хорошо. В общем-то, были они победу в середине таблицы, с чем я их и поздравляю. По другим матчам. Моя, моя кома любимая я за них болею, но они получили по самой не хочу. В принципе, в принципе до 71 минуты играли на равных. Боролись на два мяча, там Кастальяна забил. Ну, заслуженный пенальти рукой сорок. Видите, его вар работает. Любой отскок, все видно, ну, очень хорошо. Судья сразу не увидел, но потом увидел. Блин, вар это супер. Но есть украинский вар. Есть, когда Степаненко двумя руками хватает игрока, это чистая желтая карточка по всем правилам, даже старым. То у нас э, ролеты имени Ахметова. Ахмуша Ахметов и Суркис, они там все решают. Э -э, ничего не меняется у нас. Как была Ангола коррумпированная, так и осталась. В принципе, Мацетели забил мяч красавчик через себя. Кто хочет посмотреть повторы из Акома. Ну а при, потом за счет этого давления и широты диапазона всех линий в Кастельяна, Следесма, Габарон, Чауна забили пять мячей. Навесы ее вот такие замыкают, в общем. Лацо сейчас неплохой, на ходу. Дженуа Ферентина. Ну, как я и предполагал, была равная игра, хотя Ферентина на подъеме. Дженуа ничего не выдумывала. Ну, играли как команда такая, ну, на самом деле, слабые какие-то команды, играли на маки. От обороны, если добегали до штрафной, били издали. Моментов у Дженуа особенно не было. У Ферентина забил один мяч и засушила игру. Им надо были просто три очка. Так, ну сразу же по серии а и продолжу по следующим матчам, которые будут, когда там серия Так. Завтра масса матчей, ох, у них и темп идет. Эти команды уже, которые вчера играли, будут в понедельник играть. Я скажу только о завтрашних матчах, потому что о, о субботних о а воскресных я уже скажу на следующий, ну, завтра. не Воскресенье утром. Болонья, Лече. Да, ну, Болонья будет брать три очка свои. Лече может удивить на начале игры в первом тайме. Ну, в принципе, я думаю, Болонья. У Динеза Ювентус. Ну, Динезу получили, хотя должны были выиграть от Венеции. Ювентус Раненый зверь, понятно, там огромное давление на нового тренера. Будет крайне интересный матч, равный, но ну, кто-то может выиграть. Ближе я смотрю Динеса. Ну или ничейка. Монса Милан, но ну, это Дерби, Ломбардийская. И там же бывшие владельцы Милана, семья Берлускони в Монсе. Ну, крайне интересный матч будет. Но ну, у Милана надо выигрывать. Ну. ну, Монса может и ничейку слабать. Александра Неста. Но ну, Неста тоже, как и Юрич, висит на крюке увольнения. Просто его сильно любят бывшие владельцы Милана. Ну, у Монса команда такая. С неба звезд не хватает, биться бороться. А у Милана хороший состав, ну, фансека там. Наполе. А ну и все. И матчи воскресные я не буду комментировать. Так. Валига. Э, у Валиги там были кубки. Я их не буду комментировать, потому что там были такие матчи. Ну. Нейма с грандами. Так, сегодня у Овес Мальорка. Там Мальорка хорошо играет от обороны. Не факт, что у вовеса еще все получится. Завтра Сосуна Валиадолит. та Сосуна должна дернуть тречка. Жирона Лиганес, ну Жирона так оживает, несколько побед у них подряд. Лиганес тоже зубы показывает. Крайне интересный матч будет, надеюсь на победу Жирона. Там же вот это наводнение у них, многие матчи перенесены, поэтому сейчас еще посмотрю, что там будет завтра. Много переносов. Остальные матчи будут в воскресенье. Так. Бундеслига. Немецкий футбольный союз. Сегодня Байер Штутгарт. О, Байер Штутгарт, нифига себе. То есть, нас сегодня без футбола не оставили. <laughs> Крайне интересный матч двух самых, очень самобытных команд последних двух сезонов. Штутгарт, конечно, тяж... ну, ощущает, что они подраспродались. Да, ну, я думаю, Байер выиграет. Полные трибуны будут давить, да давят. Айнтрахт, Франкфурт, Бохум завтра, да? То Айнтрахт, Айнтрахт. Айнтрахт сейчас неплохой. Хольштайн, Хаденхайм. Ну тут лучше смотреть. <соценно> Команды трудовых коллективов, которые творят новую историю в Бундеслиге. Вольсбург, Хаусбург. Хаусбург сейчас неплохой. Вольсбург дома. И я вижу, что они борются за каждый мяч, много не забивают. Ну или ничейка, или, наверное, ничейка. Бавария в Юнион. Та Бавария проедется катком, она раненая после этой Барселоны. Всех, кого может, рвет зубами на части. Бавария. 3-0. Меньше не будет. Хаффенхайм сан пауле Хаффенхайм дома пытается забирать очки. Сан-Пауле неплохие по структуре игры, но им не везет. Не могут набраться опыта. Хофенхайм лучше смотрится. Я их называю в Каингулец. И матч и центральный тура завтра. Это Борусия, Дортмунд, РБ Лейпциг, Лайпциг, Липск. Ой, ну тут трудно сказать. Боруссия сейчас она хромая. Они задохнулись во всех турнирах. Играют сейчас в три турнира, да? А Лейпциг, в принципе, от обороны играет нормально. Крайне интересный матч будет, посмотреть. Я даже больше смотрю РБ Лейпциг. Вижу, да. Горняки будут играть с австрийскими деньгами. Так, это же не угольщики, желто-черные. -желто так, Лига. Лига 1, Франция. Сегодня Лиль Леон, о, сегодня много масса матчей хороших. Лиль Леон. Лиль, видите, он хорошо начал играть. Э, в порядке. Ну, будет трубка, наверное, больше не сейчас смотрится. Леон тоже такой вкинуть на контрадак и мой, там, и Микаутат за этот, или для Казеты, и там их тьма тьмущая. Ну, шесть человек забивные. Крайне интересный матч. Завтра ПСЖ Ланс. Ну, ПСЖ 2-0 где-то возьмет. Брест Ница. Ну, Брест дома не проигрывает. Ничейка минимум. Сент-Этьен Страсбур. Ну, Сент-Этьен будет стараться, ну, через не могу вкинуть с выиграть. Так. Ну, все. Завтрашние матчи я все прокомментировал. Так. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед Арсенал Лондонский. <coughs> да я не знаю, что с сороками происходит. Ну, столько денег потратили эти саудиты. Ну там женщина руководит Ньюкаслом. Ну, я считаю, что когда женщина руководит в футболе, то не очень хорошо. Женщина не может так разбираться в тонкостях футбола, как мужчина. Ньюкасл, ну я не знаю, может это предрассудки на мои, но мне так кажется. Ньюкасл Юнайтед. Я вот женский футбол смотрю, я его до сих пор не могу понять. Они играют, как вот это, кому за 55 мужчины. Они модные, там, лесбиянки все, там, с косичками, с такими ногами мощными, мецни. Ну, этот матч откроет в субботу завтра, да. Абсолютно матч равных команд. Там да могут и не Сороки выиграть, а может и Арсенал. Все что угодно. Ливерпуль, Брайтон. Да, ну, Ливерпуль 2-0, да. Это даже этот свод настроил команду. Мне понятно, в принципе, их игра такая аккуратная. Экономят силы забили свои, я потом от, 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 обороны. Ипсвич Таун, Лестер Сити. Там может Ипсвич и выиграть этот Лестер Сити. Бормут, Манчестер Сити. Ну, Бормут будет ботаться, наверное, от обороны. На физику сделать ставку. Ну, Сити может и в ничейку и выиграть. Явный фаворит прямо Сити я не вижу. Саундхэмптон, Эвертон. Тайриски сейчас ожили, у них нападение есть кому забивать. Саунгемптон дома неплохой, ну больше ничья. Форест Хэм Юнайтед. Ну сейчас и Вестхэм более-менее так что-то старается, а и Форест старается, ничейка больше. Хотя понятно, Форест будет умирать, чтобы выиграть. Волки, Вулверхэмптон, Кристал Пепалас. Кристал Палас, видите, как сейчас играет. Хорошие матчи. Подряд два. Им, и... им все равно где выиграть. Нам могут и дернуть в Вилхэмптон. На выезде. Так, что я еще там не прокомментировал. Серию А, да. Ла Лигу А, да. Лигу 1, да. А э, АПЛ, да. А, УПЛ давайте еще. Я так уже чуть шарю по УПЛ. Ну, видите, вот э, футбол в Украине, даже мне было интересно прокомментировать кубковые матчи, но... Карпаты и Львов, Левый берег, не пятый микрорайон, Левый берег. Или не город. Оригинальное название команды. Хотя я очень благодарен этому, я забыл, как его, Николай Николаевич, да, по-моему. Я с ним общался раза три по телефону. Очень культурный мужчина по телефону. Он работал на ОПГ Лужники, на бандитов российских в энергетике. А Павлов говорил создать эту команду Левый берег. А начальник команды это главный по лицензированию был в, 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 в этот в Украинской федерации футбола. Он мы с ним в одной команде играли на Русановке, когда по воскресеньям ветераны Киева собирались играть. Об а потом парились с бани, он там нам постоянно рассказывал истории какие-то. Но ну, он такой с самомнением человек. Он сейчас главный в левом береге. Так, Карпаты Львов, левый берег. Ну, я думаю, Карпаты Львов выиграют. Кстати, вот этот 43-й номер, что прошел по флангу и навешивал, это какой-то аргентинец, итальянец. Я вообще в шоке был, что такой несградный. Шахтер Донец, Черноморец. Ну, Шахтер Донецк. Я не знаю, Черноморец еще живой. Хотя команда раньше классная была, вот эти. Я, ж, я и мне нравился Черноморец. Они такие техничные были в Советском Союзе. Я про Советский Союз говорю. Пасульки там, вот эти все, всякие Щербаковы, э, хорошие были. Они такие в белой форме играли и в Голубой, по-моему. Я же за дне проболел. Днепро, Днепропетровск, это когда они играли, у них были красные футболки, красные трусы и домашние и белые футболки, белые трусы. Я за тот Днепр болел. Ворскла, Колос, Ковалевка. А, это уже воскресенье будет. Только два матча завтра. Карпаты, Львов и Шахтер, Донецк. Ну, а так Шахтер, Львов, да. Извиняюсь. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. За лайки. Без спілкування дуже вдячний. Разом до перемоги. Ведіть здоровий образ життя.